Наименование квеста – обеспечение безопасного сообщения. Цель квеста – убейте 12 дуратарских гарпий. Подойдут любые разновидности гарпий. Описание квеста. Газлоу мне как-то сказал, резлак. Заруби себе на носу, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам. Мы не можем и дальше терять караваны, так что я вынужден взять дело в собственные руки. Наши торговые пути заполонены гарпиями. Если удастся их перебить, дороги вновь станут безопасными. Разумеется, Газлоу учил меня и другому, за соответствующую плату тебе сделают что угодно. Ну что, возьмешься? Отлично. Советую начать с каньона на востоке. Время, деньги, дроп. Ну все, теперь нашим караванам больше ничто не угрожает. Наконец-то я вздохну свободно.
Твоя помощь пришлась как нельзя вовремя. Со следующим караваном мне должны прислать партию занятных безделушек. Ты свое дело знаешь. Обратись к моему шефу в Кабистане. У него наверняка найдется для тебя работенка. Ах да, не беспокойся, разумеется, я тебе заплачу за труды.